Блокноты нам были любезно предоставлены его супругой, вдовой. И мы с удовольствием исполняем эти произведения, потому что они очень самобытные, очень колоритные, необычные и, в общем, как говорится, не затертые. Я безумно счастлив этой встрече, потому что я являюсь давним поклонником этого коллектива с 93-го года. Я его для себя открыл. Я всегда восторгался их мастерством. И сегодня я вот просто счастлив их на Хабаровской земле снова встретить.